Друзья, сегодня я вам буду рекомендовать очень интересный продукт от компании TennisKit. Вы сможете сделать лечение своего iOS-устройства. Это может быть iPhone, iPod Touch, iPad, неважно. Куча причин, а самая главная фишка, то что вы можете откатиться с iOS 16 на 15.6.1 без какого-либо джейлбрейка. Добро пожаловать на канал CodeXpert, с вами Владимир. Данный продукт может нам порекомендовать восстановление iOS, восстановление нормального состояния, то есть iOS TOS в домашних условиях без потери данных, устранение проблем iOS, таких как логотип Apple и так далее. Понизить версию iOS до 15.6.1 без jailbreak, это вообще крутая функция. Вот и вывод режим восстановления iPhone iPod Touch и быть совместимым с последней версией iOS 16 и устройствами iOS. Доступно для Windows и также для macOS, скидка 50%, то есть устранение более 150 проблем, ошибок iOS, iPhone, iPod и iPad Touch с Apple TV. То есть, как видим, все здесь перечень тех условий, с которыми справится данная программа, и быстрый вход и выход с режима восстановления. Точно так же все описывается с теми продуктами, которые работают с теми ошибками. Полная поддержка всех iOS, 100% восстановление, бесплатное обновление программного обеспечения. Все очень просто в установке. И давайте уже приступим к самой программе, как она выглядит. Она выглядит вот так вот. Всего у нас 4 пункта. Здесь у нас восстановить устройство. Вот вывод с режима восстановления. И здесь у нас предлагается скачать iOS. И в принципе мы можем либо же обновиться на новую iOS, либо же откатиться до той самой заветной 15.6.1. Вот. Все, в принципе, просто работает. Данное меню включает в себя, в принципе, performance, который здесь доступен. То есть у нас выбор английского языка. Автоматически можно обновляться, поставить. Ну и здесь путь, куда будут сохраняться у нас резервные копии и точно так же скачанные прошивочки. Вы можете его задавать, менять. Все. Следующее, что у нас есть, это помощь. Просто домой выйти на рабочую страницу данного продукта, покупка, регистрация и точно так же проверить обновление и общая информация. Все. Здесь то, что у нас чинится по тем самым ошибкам, у нас здесь есть, идет перечень всех тех устройств, как это все делается, что лечится и так далее, и так далее. Все, в принципе, просто делается. Вы нажимаете старт, подключаете устройство, выбираете либо починку, либо же восстановление. Все делается буквально так же, как вы и привыкли. Это все скачали, подождали, пока проверилось и накатилось на ваше устройство. Как правило, все те необходимые причины, с которыми вы столкнулись. Вот здесь точно так же есть информация, если вам будет непонятно, как войти в режим восстановления. Если вам это необходимо, вот здесь все пошагово написано с каждым устройством абсолютно. То есть все будет понятно и доступно для вас. Также обратите внимание, что скидки действуют еще в праздничные дни. В данный момент записи 7 дней 14 часов. Когда вы перейдете, может сроки измениться, но они есть. Имейте в виду, что 10 долларов рождественская скидка. Все, это те все продукты, которые перечисляются. Также обратите внимание, что есть и другие возможности от этой компании. Друзья, напоминаю, что действует рождественская скидка, поэтому ныряйте в описании под видео, в закрепленном комментарии. Вы сможете полечить свое устройство и приобрести очень классный продукт. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивный комментарий. Дальше больше, скоро увидимся.